В Екатеринбурге в четырехкомнатной квартире на Черепаново чекисты и опера екатеринбургского уголовного розыска накрыли вьетнамский бордель и прикрыли канал поставки проституток-нелегалок из Вьетнама на Средний Урал. Девочки, вы же красивые, позируйте. Началась раскрутка одного из объектов, находящихся в ведении вьетнамской проститутской мафии, с того, что силовикам позвонили возмущенные черепановские аборигены и сообщили, что вьетнамские похотливые клиенты уже, мягко говоря, заколебали не только ночных бабочек, но и мозги их соседей. Они иногда в домофон звонят, откройте дверь. Да, это да. Откройте сейчас дверь. А я говорю, почему да? Должна пускать-то? Я что? Я вас вообще не знаю. Да. Нож нам было забрать. Соседи постоянно жалуются. Вот из 11 подъезда, и здесь кто проживает. Чекисты и угрозовцы подобрали человека, похожего на вьетнамца. Ну, я, между прочим, лауреат международных конкурсов. Так что я, в общем, почти что японец. Выдали ему 1500 замечательных отксеренных рублей, а именно столько стоит один час вьетнамской гейши. И вскоре после того, как контрольный закупщик выдал деньги вьетнамскому коту, ну, сутенеру, то бишь, в адрес вломились силовики и всю эту продажно-любовную, по-английски выражаясь, лавочку накрыли. В одной из четырех комнат публичного дома оказались три десятка рабочих лошадок, одна из которых проворной зеброй в ужасе метнулась из комнаты. Помимо азиатских проституток, в борделе были обнаружены три вьетнамских мужичка. Как минимум один из которых точно является сутенером, ибо у него нашли те самые меченые рубли с контрольной закупки, штукарь и пятикатку. Деньги, которые мы использовали для проведения проверочной закупки, вот сейчас мы вот из этих купюр сверим. А за что он тебе дал? За что он тебе дал? Он сказал, вот это надел. За что? Я не ставил ноги домой, это сказал. За что? Я не знаю, это когда я ноги, да, это всегда не видно, это там работает, это я. За что тебе эти деньги дали? Они сказали. За это, девушку? Они сказали, это дает мне, это помогает, это оставит, потом они забирают. Они сексом будут заниматься или что? Вот это за что деньги? За девушку? На девушку они дают мне, это я не. Кто думаю, дает? Девушка. Девушка дает? Да. Зачем? Это они сказали, это я, они класса, это наденет. Вот что он сказал, вообще непонятно. Для того, чтобы разговаривать на русском, надо знать русский хорошо. А для того, чтобы лепить конкретные отмазы на русском, надо русский знать в совершенстве. Кроме шлюшек и котов, в квартире отыскалась и местная королева-мать. 36-летняя тетка, которая встречала в Екатеринбурге свежезавезенное из Вьетнама постельное мясо. Она привозила девчат в хату на Черепаново, забирала у них паспорта и вводила... Фу, не в этом смысле. Вводила в курс дела. Типа, вам на той стороне границы обещали, что вы будете трудиться швеями, парикмахершами, посудомойками, официантками. Так вот, ничего такого не будет. А будете вы сексуально обслуживать ваших земляков, вьетнамских торговцев с таганского ряда. Согласитесь, похожие истории можно услышать и о славянских девчатах, которые тоже мечтали о карьере модели или киноактрисы где-нибудь в Европе или Америке, а попадали в то же самое тупое сексуальное рабство, то есть просто попадали. Но в Европе условия все-таки поцивильнее, а тут проститутки прям как собаки. Спят кучей на полу, в антисанитарных условиях. Ванна выглядит просто устрашающе. Нет, понятно, что у местных жителей в квартирах чистоты может и не больше. Но это-то публичный дом. И здесь, простите, клиенту необходима эрекция. Как ее вьетнамцы достигают в такой помойке, непонятно. Ну а то, что это именно бардак, сомнений не вызывает. Только рвоту. Достаточно посмотреть вот на эту кучу желательных резинок. А презервативы столько зачем? Серафима Аркадьевна. Кстати сказать, некоторые наиболее честные девушки возмущались. Как так? Хочу быть официанткой, не хочу быть подстилкой. На это бандерша-мамочка парировала. Фу, наша организация на доставку тебя сюда, на визу, на документы потратила 2500 долларов. Отработай и вали на родину. А вариантов-то нет. Паспорт отобрали, русского языка не знают. Пожаловаться не могут. И все возмущенные были вынуждены отрабатывать. Естественно. Заголовок в газете «Пионерская правда». Так поступают честные девочки.
Посмотреть на такое экзотическое чудо природы, как 30 вьетнамских проституток, силовики пригласили специально обученную обонятельную собачку. Ну, мало ли, вдруг тут какие смежные бизнесы осваиваются. Торговля оружием, там, наркоторговля, например. Видишь, что она делается, да? А нет, но вот увидишь, моя. Ха-ха, чего удивляться? Конечно, собака волнуется. А вдруг это корейцы, а не вьетнамцы? Это сейчас не великодержавный шовинизм, а просто собака может реально не очень хорошо разбираться в особенностях азиатской физиономистики. Завершился разгром вьетнамского бордельера тем, что всех пациенток, которые на территории России находились незаконно, дружным гуськом отправили в миграционную службу, напоследок покатав на машинке. Кстати, одна из сотрудниц публичного дома оказалась малолетней. Так ее сдали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Пошли, шалава малолетняя. Чао, ребят. Привет. До завтра, не чавкай. Ой, да разница только в возрасте, да в цене. Пошли, пошли. По факту получается, что русские силовики освободили вьетнамских женщин из сексуального рабства. Дамочкам вернули паспорта и вскоре отправят на родину вьетконговцев. Не вернутся домой только те, кто организовали секс-бизнес, а именно коты-сутенеры и мамочка-бандерша. А в отношении гражданки Вьетнама, обманывавшей своих доверчивых землячек, уголовное дело уже возбуждено по части 2 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Ну что, затрахали-замучили, как полпот кампучию?